Умеда, скажи, пожалуйста, а вот как ты рассматриваешь культуру Узбекистана, вот когда ты находишься в Праге? Вот ты видишь культуру Праги, да, вот этого старинного города, весьма уникальной культурой, архитектурой, искусством. И вот как ты смотришь на Узбекистан, на его историческое и культурное наследие, вот находясь здесь? Будучи в Праге, я ощущаю, насколько тут глубока история, насколько этому придается большое значение. Возможно, от того, что в этом городе такое скопление большое, вот таких исторических зданий, мест, да? У нас аналогичные есть места в Ташкенте, и очень приятно то, что уделяется тоже такое хорошее внимание, особенно в последние годы, последние вот десятилетия, все это реставрировалось, придавалось очень большое значение облику, внешнему облику этих старых зданий, воссоздавалось все. Но вместе с тем и многие старые здания были, как это сказать, разрушены, да, Но можешь ли ты сказать в целом, что Ташкент на правильном пути? Вот после того, как ты уже в Праге вот побывала, что Ташкент идет по хорошему. если вы Да. имеете в виду в культурном отношении, я думаю, что ему есть чему поучиться у Европы, в европейских странах.